Одессит, который подозревается в похищении 7-летней девочки, проведет 2 месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения ему выбрал Коминтерновский райсуд, приняв во внимание, что у этого гражданина на содержании находится 2-летний ребенок. Напомню, потенциальной жертве удалось сбежать от 39-летнего мужчины, который заманил ее в свое авто. Прокуратура будет настаивать на изменении меры пресечения, а именно помещении подозреваемого в СИЗО. Прокурори Коминтерновської місцевої прокуратури оскаржують в апеляційному порядку рішення районного суду щодо застосування до підозрюваного у викраденні дитини запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Прокуратура наполягатиме на взятті підозрюваного під варту. После задержания мужчины изъяли телефон, на котором были записи порнографического характера с детьми. Следствие полагает, что часть из них могли быть сделаны подозреваемым лично. При этом в суде отметили, что на момент избрания меры пресечения никаких фото и видеофайлов к делу приобщено не было. Отмечу, накануне потенциальной жертве руководство областной полиции замминистра МВД вручили подарки и поблагодарили за храбрость. Однако уже тогда заговорили о юридической подкованности подозреваемого. Ми дуже дякуємо цій дівчинці. Сьогодні ми займаємося цією особою. Ця особа не така проста, виявилась. І на даний час ми маємо тільки одну уяву, що нам вдалося завдяки вашій доньці в подальшому не дати можливість цій людині скоювати інші злочини, які стосуються наших дітей.